До Нового года осталось совсем мало времени, поэтому пора бы поторопиться и начинать оформлять свое жилище к празднику. Предлагаю вам мастер-класс по изготовлению новогоднего колокольчика. Итак, приступим! Для того, чтобы нам с вами изготовить колокольчик, необходим круг диаметра 18 сантиметров. Листочки для украшения, ягодки, фломастеры и ниточка с бусинками, которую я сделала заранее. Так, для того, чтобы нам сформировать с вами колокольчик, нам необходимо будет почти что сложить листик пополам. Примерно вот так. Так. Кладем с вами в середину нашу. Наши бусинки. Так, смотрите, что у нас с вами получается. Давайте с вами зафиксируем это с помощью степлера. Теперь нам не осталось с вами задекорировать. Так, наши с вами ягодки. Чтобы листочки были поинтереснее, давайте нарисуем жилочки. Так. С такой поделкой справится любой ребенок. С помощью клея, это может быть любой клей, приклеиваем наши листочки. Вот. И так мы с вами еще и закроем скобу. Один листочек. Ну, как всегда у нас, да? Так. Давайте вот так. И последний. Что у нас получается с вами. Такой красивый колокольчик. Что нам последнее остается? Ягодки. За место бумажных тоже красиво можно взять помпончики. Тоже будет объемный такой колокольчик. Так, возьмем с вами красный фломастер еще, чтобы показать, что это ягодки такие. И рисуем. Вот
такое новогоднее украшение у нас с вами получилось. Спасибо за внимание.